Всем привет, ребят. Дорогие мои. Да. Вы знаете, что сегодня уже 15 число, сегодня должен был состояться мой концерт в Пятигорске. И сугубо из состояния здоровья я просто не смог прилететь. У меня очень сложная система коронавируса, очень плохая. У меня сразу после 1 числа, на 2 число все это началось. Все дурдом. Я уже который день сегодня. 12-13, я уже в больнице. Я вообще не могу отсюда двигаться куда-либо. В общем, дурдом. Всем врачам спасибо, всем. Всему медицинскому персоналу. И городу Ивану в частности. Клиники на Айри, медицинского центра. Всем большое спасибо. Стало все это вытащили. Такие дела. В общем, коронавирус.